В эти дни решается судьба 5-летнего воспитанника Талдыкурганского детского дома. На ребенка с отставанием в развитии, в речи, который еще недавно был никому не нужным, теперь претендует его биологическая мать и состоятельная итальянская пара. Супруги из Турина на протяжении года готовили документы на усыновление. И маленький Валера был совсем не против стать итальянцем. Но в самый последний момент объявилась его мать. Все подробности у наших корреспондентов. 5-летний Валера каждый день спрашивает у воспитателей, когда за ним приедут мама и папа. Почти год, пока готовились документы на усыновление, он общался с будущими родителями. Они рассказали ему о большом доме в пригороде Венеции и о его собственной комнате с множеством игрушек. И работники детдома, и сам мальчик поверили в эту чудесную сказку, как вдруг объявилась биологическая мать. Приговор должен был вступить, вернее, решение суда должно было вступить в закон силу. Находится мама, которая нигде не работает, которая ведет моральный образ жизни, находится и предъявляет свои права. В свое время, когда она оставила ребенка, значит, была лишена родительских прав. Теперь она предъявляет свои права. Мама Валеры оставила его еще в роддоме. Написала заявление, что в связи с материальными проблемами просит определить его в дом малютки на 3 года. И больше не появлялась. Когда мальчику исполнилось 4, ее просто лишили родительских прав. Практически сразу появились желающие усыновить Валеру, хотя он и отстает в психоречевом развитии. Супруги из итальянского Турина, он бизнесмен, она адвокат, обещали вылечить мальчика. А биологическая мама тем временем снимает комнату в маленьком поселке. Поговорить с самой женщиной не удалось, зато соседи уверяют, что она работает в поле, не покладая рук, чтобы заработать на себя и ребенка. У родителей отбирать детей. Вот, если бы они были пьяницами или еще что-нибудь такое, или наркоманами, да, тогда уже слов нет. В Талдыкурганском центре поддержки женщин считают, что и Валера, и его мама стали просто жертвами равнодушия. Если бы женщинам, оказавшимся в трудном положении, помогало государство, сирот было бы значительно меньше. Допустим, она оказалась в трудной жизненной ситуации и негде жить. Вот бы что-то типа общественного вообще, как... социальное общежитие, социальное жилье такое. Не надо ей это жилье давать на постоянно, там это просто какой-то определенный период. Она там проживает, прописывается, устраивается на работу. Родная мама Валеры уже подала апелляционную жалобу в областной суд с требованием восстановить ее в родительских правах. Тем временем, по словам воспитателей, мальчик терпеливо ждет своих итальянских родителей, а его пока не состоявшаяся мама с папой – решение Фемиды. Буквально на днях станет известно, что ждет малыша – дольчевита с состоятельными родителями или съемный угол в Ешкульмес с родной, но такой незнакомой мамой. Асем Караулова, Алия Ахмедиева, Айдар Хаджимуратов, Информбюро, Алматинская область.